1 января 2020 года. Вот такая буря на озере Онтарио. Не знаю, хорошо ли будет слышно ветер, ну ладно. Красиво, да. Тучи такие хмурые. Смотрю, то эту восстановили разрушенные эти заградительные. Никогда здесь не был уже. Такая погодка по-взрослому. Но снега пока нет. Через неделю обещается у нас тут все заваливать. Вот приехали друзьяки противные с Флориды. Вон они. Ой. Сегодня еле проснулись после Нового года. Мы так и выбрались сюда. Ветер, Сашка сдувает. Ха-ха-ха. А это ручей, через который заходит залив. Красная рыба на нерест. Осенью.